Итак, друзья, последнее включение сегодняшнего дня. Полуфинальный бой между капитаном сборной России Евгением Макаренко и вице-чемпионом мира 99 года французом Джоном Дави. Да-да, тем Дави, который в упорном бою встречался на Олимпийских играх в Сиднее с нашим Александром Лебедяком. И вот сегодня Евгений Макаренко, сменивший на посту капитана Александра Лебедяка, полутяж, примет вызов французского лидера. Мы очень надеемся, что он составит компанию, Евгений Макаренко составит компанию Андрею Гоголеву, пока единственному россиянину, добившемуся права выступать в финале. Два очка зарабатывает Евгений Макаренко, контратакуя француза. Очень важно выбрать правильную тактику. Еще раз повторюсь. Три очка ведем. Напомню вам, что в Хьюстоне 99 года чемпионом мира в этой весовой категории среди полутяжей стал Майк Симс из США. Джон Дави, соответственно, был вторым. Али Исмаилов из Азербайджана завоевал бронзу. И Алексей Трофимов из Украины тоже стал бронзовым призером. Вот Али Исмаилов вылетел еще, по-моему, в четвертьфинале. Так что чемпионов здесь и призеров прошлого чемпионата мира не жалуют. Дерутся с ними на полную катушку. Выбивают из турнира. Такова боксерская жизнь. 5-2 впереди Евгения Макаренко. Недоволен Дави сейчас, хотя Макаренко был прав, не позволил тому нанести удары в ближнем бою, склинчевал. Сейчас боковой пришелся в шею Макаренко. Вот с левой хороший удар был французского боксера, но тем не менее вот не получил очка за него француз. Зато хороший левый провел Макаренко, получил 6-е очко, 4 очка отрыв за 24 секунды до конца первого раунда. Так держать, Женя, так держать. Мы на тебя очень надеемся. Внимательно, Евгений. Автор самого красивого первого боя чемпионата мира первого дня. Грамотно 7-2. Главное не дать доминировать французу. 7-2 впереди Евгений. Самые лучшие бои Евгения, это были, конечно, бои с Александром Лебедяком. И обратно, также у Александра Лебедяка самые лучшие бои были на базе в Подольске против Евгения Макаренко. Не секрет, что это было, это были два конкурента за место в составе сборной. Тем не менее, Евгений Макаренко чемпион России трех последних лет на чемпионате России в Челябинске, предшествующем олимпийскому турниру. Лебедяк получил травму рассечения брови. Отказался от финальных боев, и тогда Евгений Макаренко взял свое золото после довольно приличного перерыва. Призер чемпионата Европы 98 года Евгений, так что опыта ему не занимать. Не зря сегодня капитанская повязка принадлежит ему и лидеру нашей команды. Сегодня нужно обязательно выигрывать. Итак, второй раунд. Внимательно работает, очень собрано работает Евгений. Сейчас хорошо ушел уклоном от атаки француза, но, правда, получил в корпус удар. 7-3. Дави опытный боец, он имеет прекрасный опыт многолетнего выступления на самых высоких уровнях, на самом высоком уровне турнирах. Но, тем не менее, 8-3 впереди россиянин, 5 очков. Удары прошли в воздух сейчас с обеих сторон. Евгений работает в левосторонней стойке. Хорошо бьет с обеих рук. Это его козырь. Дави верен себе, его руки всегда высоко ходят, и он предупреждает как бы такой вот, таким вот положением рук, что будет идти вперед в ближний бой. Боксер-темповик.
Вот 10-3 впереди Евгений, и, конечно, последующие два раунда скорость атак француза увеличится. Боем ранее Виктор Перун, украинец, полутяж, победил Клаудио Раску из Румынии с перевесом в 10 очков. Так что мы знаем уже имя первого финалиста. 11-3 впереди россиянин. 30 секунд до второго раунда. Мощная атака француза. Был прижат канатом Евгений. Вот сейчас он так вот отклонами уходит от ударов. Такая замечательная тактика. Мне нравится эта манера ведения боя. Если бы вчера Александр Поветкин также маневрировал на дистанции, кто знает, как бы завершился бой вчерашний среди супертяжей. Итак, новая команда России продолжает свое движение к финалам. Второй раунд закончен. Первый чемпионат мира прошел в 1974 году на Кубе, в Гаване. А следующим кандидатом наиболее явным будет, скорее всего, Дания. В коем случае не драться. В 2005 году должен пройти турнир. А в 2005 году должен пройти турнир. А в 2002 году состоится чемпионат Европы по боксу уже в России, в Перми. Здесь присутствует делегация из 10 человек. Представитель губернатора Пермской области. Они внимательно отслеживают работу организаторов турнира. Здесь же присутствует Петр Павлов, вице-президент Федерации бокса и президент Федерации Пермской области. Завтра и послезавтра во время турнира, во время финальных боев я приглашу его. Он поделится своими впечатлениями и скажет несколько слов о ходе подготовки к этому событию. А сейчас мы возвратимся в реальность. Третий раунд боя Евгения Макаренко против Джона Давича.